ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал главные задачи на текущий год. Среди основных приоритетов – сохранение темпа строительства образовательных учреждений. Мы продолжаем строить и школы, и детские сады. Особенно там, где были проблемы с обманутыми дольщиками. В Гусарской Балладе мы сейчас закладываем школу на 2200 мест и детский сад. Микрорайон остро нуждается в таких объектах, сказал Андрей Воробьев.